Телохранитель Ким Кардашьян Дювьер удалил все упоминания о ней со своих страниц в соцсетях. Предположительно, это связано с новыми мерами безопасности после нападения грабителей на Ким в Париже. Пользователи предположили, что звезда уволила своего телохранителя после нападения, но эти данные опровергает портал ТМЗ. Согласно данным журналистов, это решение стало одной из мер безопасности, чтобы в будущем злоумышленники не могли отследить местонахождение охраны или самой Ким. Чтобы окончательно опровергнуть слухи об увольнении, приближенные Ким Кардашьян источники сообщили, что Дювьер пользуется безоговорочным доверием звезды и ее семьи.